Старые автопокрышки, выброшенные на свалку, будут разлагаться больше 100 лет, выделяя множество вредных веществ. В то же время это материал с высокой ресурсной ценностью, который можно переработать. Именно с этой целью в Северский район приехали три экомобиля агентства «Ртутная безопасность» станицы Холмской. С помощью манипуляторов они собрали отходы и отвезли их на дальнейшую переработку. Важно и приоритетно это для, мне кажется, нашего региона, так как из этих отходов мы получаем продукт. То есть это не размещение, это не сжигание с нагрузкой на атмосферу. Конечно, каждая установка, она проходит определенную экологическую экспертизу, процедуры и является объектом негативного воздействия на окружающую среду, но тем не менее в меньших масштабах, чем эти отходы находятся здесь, либо строим, поехали на какую-то одну из свалок. В акции приняли участие предприятия «Спектр», агентство «Ртутная безопасность», сотрудники администрации района и поселений, представители общественных организаций. Сбор автопокрышек прошел в районе свалки станицы Северской, а также на территории Смоленского сельского поселения. Я думаю, что это только начало, и Северский район стал у нас передовым по краю, первым первопроходцем в этом направлении. Акция прошла в рамках проекта Nokian Eco Challenge «Россия без шинных свалок». Все собранные шины переработают и используют в покрытиях детских или спортивных площадок, кровельных материалов, битумных мастик, системах полива или в иных изделиях. В результате акции с территории района вывезено более 38 тонн отходов.